время у нас Василевич, команде... Андрей Гетиков и Антон Полуянов. Помогает, было все хорошо сегодня, чтобы и витебские, и жодинские болельщики сегодня были ответить. Да, Соловей готовится исполнить стандарт, идет навес. И Бабичев, посмотри. Бабичев, не глядя, заваливался, через пробил, себя залетел. Давай посмотрим. Бубогол, конечно, красавец, посмотрим. Вот Бабичев через себя и Штофомичев. Да, ты знаешь, соглашусь с тобой. Принимает у нас Артем Соловей мяч спиной, тяжеловато в этом плане. А ну, вот здесь может быть опасно. А вот здесь Артем Соловей, ну как же так, это не дотянул. Но при этом был фол. Так смотрим повтор. Вот здесь, смотри, защитник сбрасывает голову. И вот здесь вот, посмотри, но никто не мешал Соловей. Команды идет. Навес и Наумов первый на мяче. Наумов пока все подчищает в плане верховой борьбы. А вот здесь вот Матвиенко проиграл силовую борьбу. И опять заброс. Бабичев. Здесь уже Бабичев. Передача. И один остается у нас. И Гущенко сейф. Я вам скажу это. А давай посмотрим. Я не понял, что сделали наш центральный защитник. А потерял скиток своего игрока. Обрати внимание. И здесь восьмой номер у нас. Александр Макази. Все было чисто сыграно. Козлов, Соловей. А вот сейчас вот смотри, накрыли Артема Соловья, втроем, было давать. Если ты обратил внимание, сразу втроем были автозаводцы около Витебчанина, и там просто ничего не нормакать. Восьмой номер. И Артем Скитов сейчас выбрасывает эту передачу. Выбрасывает этот мяч. Скитов, длинная передача на Волков. Волков выигрывает вверх. Еще раз. Матвиенко с мячом под левый удар! Ну, здесь это тяжело делать такой надежный сейф. Да, хорошо, смотри, как Волков сыграл. Ну и Матвиенко здорово обыграл. Играл своего оппонента. И с левой ноги, посмотри, 16 метров, ну, прямо по мячу. Да, борьба. Хороший молодец. Навес идет. Наумов. Нет, первыми все-таки. Подбор за Козловым. Ну что, Миша, подавай с левой. Да, подает с левой и... Резко такая, можно... Наумова. Нет, по-моему, тоже не было там никакой руки. Нужно продолжать игру. Ну, в любом случае, сейчас нам покажут повтор. Мы с вами, дорогие телезрители, все увидим. Ну, ты знаешь, все-таки соглашусь, наверное, с главным арбитром сегодняшнего матча. И вот Фомичев. Посмотри! Вот в этом весь Фомичев. Ребят, о чем я вам говорил? Что вот такие вот его футбольные фишечки. Вот обратите внимание. Вот посмотри, где он играет уже. Да посмотри, 2 метра... Ну, в руку не попал. Попал. Не попал. Он пытался сыграть. Все-таки, наверное, в грудь, что устраивает пока такое развитие матча. Дим, абсолютно с тобой. Николай, по-моему, ну, на данный момент абсолютно, скажем так, воспользуется полученным шансом, потому что... И вот здесь, посмотри, может быть опасный удар. Чуть-чуть не хватает точности. Витебчанин еще пока не дошел. Макась обыгрывается с Афанасьевым. И открывается сам Михаил. Не дают ему пока передачу, не доходит. Передача до Афанасьева делается... Наброс штраф. Ну и здесь нужно очень опасно. Да, вот здесь вот, кстати, да. Есть вопросы к Николаю Золотову, гостей, витебчан. Давайте смотрим, посмотрим повтор. Ну, посмотри, а здесь ему уже ничего не оставалось делать. Ну, Дим, не оставалось. Ну, не оставалось. Мяч так летел, что мог и своих Волков. И мяч попадает в Фомичеву. И Мереков. Попытка далеко-далеко отдать передачу на Оганесяна. Ой, как хорошо сыграл игрок. И Хачатурян отдает, и, к сожалению, 0-1. Ну и как вы думаете, кто забивает? Анонсированный тобой Скавыш. Очень хороший. Вот здорово здесь сыграл Хачатурян. Оторвался сразу от двух оппонентов. Сделал отличнейшую передачу. Ну и здесь расстреливал уже в упор Максим Надо Скавыш. Как-то пытаться их завершать. Золото вбрасывает вперед. Там идет борьба. Мяч попадает. И вот удар. Мяч и блокирует. Квашуку, но вот еще бил. Один момент, и еще одна Витебчане. Козлов находит на фланге Залесского. Залесский забегает Квашук, но Залесский подает, и гол! 1-1. Дорогие друзья, Кирилл Вергейчик, 1-1. Сыграла замена Ясинского. Ребята, обратите внимание, именно Кирилл Вергейчик, который незадолго до этого вышел на фланг. Фомичев. Давай посмотрим. Залесский здорово скачнул. Ну что, голевая передача на счету Алексея Залесского. Передача, и вот здесь вот Вергейчик. Ну, Виталий, ну я скажу, это все-таки гол Фомичева. Наверное, Витебская арена. Да, 1-1 в Витебске. Буквально на самом последних, вернее, буквально на самом